Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем, как всегда, с ивента. Хочу посмотреть, какие награды и все тому подобное. И хочу, друзья мои, накопить 100 бриллиантов для того, чтобы купить себе призрака. Да, сейчас он продается здесь за 100 бриллиантов. Потому что тыквавин у нас, да, или Хэллоуин, называйте его как хотите. Так, слушай, ну... С такими растениями мы уже дрались. Ой-ой-ой-ой, тихо. Так, блин, бежит охламон. Отлично, успели, да, его перебить. Замедляху я врубаю. Пускай они идут медленно все. Может быть, мои растения эти успеют их всех превращать в никчемных грибочков. Я просто на это очень сильно надеюсь. Так, давай-ка тебе сюда поставим. Опа. Слушай, а что будет, если я, например, сделаю вот так вот? И что? И что он сделал? Давай вот так вот сделаем. О, совсем, друзья мои, другое дело. Вот куда ты ползешь, а? Вот куда ты ползешь? Замедляем всех, конечно же, замедлять надо. Ну... Будем их бомбить сегодня или нет? Вот, блин, с газетами идут. Это еще те партизаны. Газетные душонки, я их прекрасно знаю. Что они могут сделать? Так, давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Сколько он там, по-моему? 5 можно, да, максимальное количество взять? 5. Так, пока не буду тратить. Ну, не вижу надобности. Пока я не вижу в этом надобности. Давай сюда поставим. Спасибо за растение. Так, еще одно. Ну. Что-то как-то подвисает, или мне кажется, друзья мои? Не? Нормально, так должно быть. Так. Удобряшки мы с тобой, знаешь, куда будем тратить? Конечно же, на наши маленькие грибы. Конечно, лучше на них. Так, давай еще разок. И еще разок. Поехали. Ох, как хорошо-то у нас тут получилось с тобой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, замедляху, срочно замедление. Так, давай сюда. И вот так вот. Прекрасно. Я бы даже сказал, очень хорошо. Давай так вот зарядим. Ну и, в принципе, наверное, все, ребят, победа за нами. Опс, погоди секунду, это что за фокусы? А, это последняя волна. Ну ладно, хорошо, я готов к ней. Замедляем. Зомби с ведром на голове. Нет, у них шансов здесь нету на победу. Ребята, они не пройдут. Какая им нафиг победа? Победа, конечно, за мной. Я уже давно забыл, когда я проигрывал в ивенте. И это хорошо. Мы с тобой получаем награды. Такие классные пиньяты. Ага, травящий гриб. Плюс вот этот вот. Я не знаю, это гриб или что это такое. И 1000 голды. Слушай, я, наверное, еще разочек пройду. Да, давай-ка второй разочек с тобой пройдем. Получим... Еще наградочек. Ну что, поехали. Надеюсь, так же, как и в первом бою, у нас все пройдет с тобой идеально. Так, ну куда ты вот распрыгался, а? Кузнечик-то наш ненаглядный. Вот. Вот так вот будет с каждым. Так, что у нас? О, у нас это растение, ребята, без общего замедления. Оказывается, оно было у меня, видимо, ультовым. Да? На огороде я имею в виду. А тут, естественно, просто так. Жаль, очень жаль. Так, тут, по-моему, нам с тобой надо вот так вот сделать. Окей. Предположим. Ну вот куда ты идешь, а? Со своим флажком он там бежит. Вот это вот немножко, конечно, плохо. Сможем ли мы тут с ними справиться? Мне кажется, вряд ли.
Да ну хватит, серьезно что ли? Что так дофигища-то вас, эй? Сейчас съедят все мои растения. Или съедят, или не съедят. Тут два варианта. Врубаем. Спортсмен, да, этот вшивый идет. Так, естественно, под него ставим замедление. И опять активируем с тобой вот эти вот наши мелкие грибочки. Подбили. Ну что же, неплохо. Еще разок влупляем. Блин, что-то мне не нравится. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Нафиг я его послал наверх, это растение, вот скажи мне. Блин, жрет, да? Не успел съесть. Правильно, замедлять их надо всех тут, в округе. Замедляем и еще раз замедляем. Так, а вот теперь надо ставить на мелкие грибочки. Они работают в паре. То есть я на один ставлю, ребята, сразу активируются все грибы, которые вот эти вот мелкие у нас здесь стоят. Они все сразу начинают бить своими спорами. Так, ё-моё, с какого разве тогда были толкатели вот эти вот? По-моему, не было же. А теперь появились. Ну-ка. Что-то как-то больно жестко тут, да, все? А может быть пройдем? Нет, да, должны пройти, ребят, куда денемся? Это, по-моему, последняя волна у нас. Судя по тому, что зомби с флагом уже упал. И, как ты видишь, да. Все, ребят, мы с вами прошли. Как-то это быстрее у нас вышло. Так, опять ядовитый гриб. Сумрачная катапульта и 1000 монет. Ну, как я тебе сегодня говорил, что наша цель — заработать 100 бриллиантов. Будет нелегко. И вряд ли мы за одну серию с тобой, конечно, это накопим. Но приблизиться однозначно у нас должно получиться. Так, что у нас тут? 5000 у меня монет. И мы с тобой можем улучшить либо вот этот орех, либо вот этот арахис. Я думаю, что лучше арахис улучшить. Ага. Отлично. Так, закрываем. И, кстати, хотел перейти сейчас в магазин. Там, по-моему, у нас... А что, бесплатного нету ничего? А, нет, есть, ребята, есть бесплатная пиньета. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет из нее. Ну, 5 боулинга и еще должно быть что-то 5. И 5 могилоедов. Все, ребята, большего нам ничего здесь не дадут. А теперь я хочу показать тебе, где у нас находится... А видишь, да, вот этого маленького призрака? Сейчас я тебе покажу, где он тут есть у нас. Я надеюсь, акция-то еще действует. А то, может быть, они убрали ее. Так, это все... А, вот, ребята, вот. 100 гемов, и вот это вот растение, да, призрачный пейпер будет у тебя в руках. Я думаю, что стоит за него побороться. Потому что это, наверное, чисто ивентовое растение, чисто вот для Хэллоуина. Другого варианта его не будет, только лишь за реальные деньги приобретать. Так, ну что, зайдем в Пенни, глянем, что у нас там в Пенни Пурсуит происходит. Мы с тобой, ох, как я далеко остановился-то. Так, вот здесь вот. Что у нас тут? 800 монет. Понятно, понятно. Подожди секунду, я еще кое-что забыл глянуть. На аренушке. Так, друзья мои, 96 геймов. Все. Вопрос исчерпан. Он сам себя, ребят, переварил и выплюнул. Ты понимаешь, да, почему я это говорю? Потому что сейчас мы с тобой приобретаем того самого призрака, о котором я тебе говорил. Вот он. У меня 122 гема, поэтому мне вполне этого хватит. Ах, красиво. Жалко, что не все растения вот так вот разыгрываются. Но я не буду... Как говорится, переживать, унывать. Будем надеяться на лучшее. Может быть, когда-нибудь все-таки где-нибудь на каких-нибудь ивентах тоже, может быть, их, ребята, получить. Ну что, мы с тобой остается только проверить, протестить это растение, да? Ну, я знаю, что оно делает. Из вас, наверное, многие не знают. Многие, скорее всего, многие из вас знают, потому что многие из вас играют в эту замечательную игру. Ну, а пока... А, у нас же новая лига.
У нас с тобой новая лига, поэтому новые будут здесь соревнования. Для начала мы с тобой подкопим немножко перчаток, да? Так что я пойду смотреть пока рекламки. Ну что, друзья мои, я заработал 4 перчатки, поэтому давай с тобой смотреть, чего нам здесь ожидать. Естественно, первый бой самый пробный, потому что я не знаю, кто здесь будет. Хотя нам покажут, скорее всего, сбоку, что за зомби будут здесь присутствовать. А так, здесь много гаргантюа. Точнее, ну как много гаргантюа? Просто гаргантюа здесь есть и зомби. Блин, с котелками на голове. Короче, вот это что? Вот вы мне сказали, здесь ты увидишь лучшие растения, которые, ну, типа в плюс идут, которые идут типа в минус. Вот что это за значок? Вот объясни мне. Это, я так понимаю, взрывные растения здесь слабоэффективны, да? А вот это что? Что это за растение? Вот, что это вот? Давай посмотрим. Что это за значок такой? Где вот? На ком? Теневые? Давай посмотрим теневые растения. Точно, ребята, здесь теневые будут рулить. Ясно, давай я попробую. Я попробую, ребята. Чё, мне терять нечего. Так, взрывные здесь малоэффективны, да? Так, а что у нас по поводу... Слушай, ну, в принципе, лунный цветок, он же будет нам давать с тобой, да, эти? Так, что я тут могу? Лунный цветок нам будет давать с тобой солнышко. Так, вот этого бы, наверное, еще взять с тобой, да? Ну-ка попробуем, наверное, вот так вот лучше сделать. Все, друзья мои. Будем сейчас проверять. Блин, маркадемия. А, у меня ее нету. Почему? Или нет? Нет, нет, нету, я ее не заработал, не успел. Еще надо, еще есть время заработать. Так, мы будем с тобой вот так вот делать. Плюс ко всему прочему сумеречные катапульты. И вот этих вот. Давай смотреть хотя бы. Хотя бы для начала, что тут у нас будет. И вот есть у нас с тобой. Ага, ага. Воу. Так, вжариваем. Дай-ка я вот сюда вот поставлю этот гриб. Гриб-травун. Так, что тут не нравится мне, что происходит, ребята. Окей. Так, 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 что-то как-то... Ну нет, смотри-ка, у нас все получается с тобой. Это пока получается. Что там, блин. Я проигрываю, да, своему оппоненту. Как я посмотрю. Может быть, нам вот таких вот побольше просто выставлять надо? М? Блин, а почему же я так в чем проблема, ребята? Я хотел как лучше. Блин, почему так опять подлагивает все, а? Объясни ко мне на милость. 55 тысяч у меня всего лишь. Ну, еще раз тебе говорю, это первый блин комом. Потому что я хотел как лучше. Я смотрю, ребята, из того, что у нас с тобой здесь может лучше всего наказывать. Куда это вы спрятались-то, растения? Эй, а что это не спрятались у меня? Я не могу понять. Что происходит? Эй. Немножко не могу... А, все, понял. Так, ну, блин, большая проблема с этими, да? Ну-ка, активируемся. Активируемся, я говорю. Блин, тут еще гаргантюа здоровый идет. Слушай, я своего оппонента, ребят, почему-то уже переплюнул. До сих пор не могу понять, как тут все это работать должно. Но тут гаргантюахи идут. Ё-моё. Почему он прячется? Вот объясни мне, почему он прячется? Вместо того, чтобы бомбить, а? Не пойму вот этого вот. Берет и прячется, и все здесь. Удобряшки нету, ничего нету. Как я тут должен... Во-во-во-во, давай, родной. Ты мне здесь очень нужен. А толку-то, что ты мне здесь очень нужен? Ну-ка, проверим. Ага. Так, ребятушки, смотрим, смотрим, смотрим внимательно. Смотри. Какой... Ну... Побед за нами, ребята. Победушка за нами. Мы с вами получаем пиньяты. А он что-то здесь использовал. А он использовал здесь в основном взрывные, да? Вот ягоды, смотрю, взрывные. Динамит. Хм.
И он мне проиграл. Он мне проиграл. Мы с тобой зарабатываем пиньяты. Сейчас мы посмотрим, что нам отсюда выпадет. Ух ты, васаби. К сожалению, он у меня еще не открыт. И наш сельдерей. Все, да? Ух ты, а это что такое? Что это такое, ребята? Я не знаю, если честно. Хм. Причем здесь, извини меня, шмель, рыбка? Что-то странно как-то. Так, ладушки. Вот я не знаю, стоит ли нам с тобой продолжать именно вот этой командой, или нам стоит что-то поменять? Вот как ты думаешь? Стоит ли нам менять, брать с тобой взрывных вот этих вот растений? Или все-таки оставить как есть? Сам смотри. Вот такой вот у нас с тобой огород. Или все-таки взять? Хм. Интересненько, да? Девки пляшут. Интересненько. Наверное, я пока оставлю. Я пока оставлю вот все, что у нас с тобой есть. Пускай будет. Ой-ой-ой-ой, не туда поставил чуть-чуть. Блин, ну как же так-то, а? Ну, Рэй, ну зачем так? Я могу же выкопать его? Могу, но потерял при этом немножко. Ладно, фиг с ним. Поехали. Вот эти вот, кстати, мне понравились, как они бомбят своими лучами. Очень неплохо. Так, вот поставим. Но вот эти вот тоже не очень-то плохие. Вжаривают они будь здоров тоже, но правда вблизи. Так, давай проверим. Нам нужно с тобой дальше пытаться как-то все это сделать. А дальше отстоять. Отбомбиться. Так, давай сюда. Ага. Давай, 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 давай. Прикрываем, прикрываем. И вот сюда вот. Не знаю, может быть, грибочки наши отравляющие. Так, я могу. Эть, ничего я пока не могу сделать. Так чтоб тебе. Так, давай я поставлю, наверное, сюда вот лунный цветок один. И сделаем вот так с тобой. О, имба, имба, ребята. Блин, я думаю, чего не хватает? Не хватает, блин, катапульты. Просто не хватает катапульты мне. Да тебе поставить так. Господи, поставить даже некуда. Так, давай-ка, наверное, куда-то сюда, что ли, его влепим. Ну-ка, влупляй. Тыч. И это все, что ты сделал, что ли? Молодец. Так, ну, здесь пока выигрываем. Пока, ребята, выигрываем. Кто там идет? Ну, естественно, ребята, Гаргантюа там идет. Кто может еще так топать? Как не он? Как не он? Только он так может, ребят, топотун врубать такой. Дикий. Так, секунду, дай-ка я его сюда вот поставлю. Ух, ё-моё, ты посмотри, почему так начинает ужасненько подлагивать, а, ребята? Объясни мне, почему? Я не думаю, что из-за того, что здесь слишком много у нас зомби на экране. Раньше примерно столько же было. Иногда бывало даже больше. Смотри, что они здесь сделали. Они просто всех растений мне спалили, эти гаргантюахи. Никчемные, а. 30 секунд остается до конца матча. Трындец, здесь пройдут. Ладно, пройдут, фиг с ним. Пускай здесь активируют эту газонокосилку. Ничего страшного. Так, я ничего не буду тратить здесь, ребят. Ни копейки, так скажем. Ну... Сколько там? 7 секунд, ребят. Ну, победа за мной здесь будет. Здесь победушка будет за мной. У меня просто здесь не было в этот момент сумеречных катапульт. Так, что он тут использовал?
Ну, не знаю, ребят. Я еще раз убеждаюсь, что бомбы здесь просто не рулят. Они все берут бомбы, но почему-то проигрывают мне. Окей, так, у нас с тобой еще, да что ж ты будешь делать-то? У нас с тобой еще, сколько? Две перчатки, да? А три даже. Значит, есть шанс получить три пиньяты, да вообще все получить. Поехали. Хочу все получить, все пиньяты и все карамельки. Мы достойны, мы заслужили это с вами, ребятушки, заслужили. Ну и противник тоже становится, скажем, разом все сильнее и сильнее. Оставляем, да, все как есть. Поехали. Поехали, только сейчас мы сделаем с тобой, наверное, чуть-чуть по-другому. Эти-то, понятно, здесь у нас будут стоять. А вот эти вот я хочу вот так вот сделать. Странно немножко кажется, да? Но, ребят, поверьте мне, это нужно так сделать, чтобы... Чтобы что? Так, так, блин, как дорого стоит. 150, блин, 150, ребят, стоит. Эх. И хочется, и не получится, да? К сожалению, блин. Ладно, давай попробуем, может быть, накопим. Успеем накопить. Плюс у нас еще есть с тобой мята вот эта вот, суперская. Может быть, она нам на первых топорах поможет как-нибудь? На первых порах. Так, ставь сюда. Ага. Блин, как же тут-то? Ай-яй-яй. Так, секундочку, что я хотел сюда? А, вот, вот это вот так отлепить. И вот так вот. И вот так. Так, грибочек сюда поставим. Ох, ничего себе, нас там переплюнули, ребят. Смотрите. Просто нас там прожимают по полной программе. А что, ульта не работает, что ли? Давай, 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 выставляем, выставляем, выставляем все эти растения. Они нам здесь очень сильно нужны. Забираем. Так, вблизи. Так, сюда. Там уже гаргантюа, что ли, топают. Не, ведь это не слышится. Мне это, друзья мои, не слышится. Они бегут. Все равно вот это вот ощущение подлагивания, ребята, но оно остается. С чем связано, фиг его знает. Так, давай вот сюда вот. На сумеречную баллисту, ребят. Воткнем, да? Вот гадюна, сейчас сжигает все. Гаргантюахи эти паршивые. Нехватка солнечной энергии у меня. Вот она, энергия моя родная идет. Давай так сделаем. Конечно же, грибы, грибы эти отравляющие. Пускай травят всех тут, чтобы было им неповадно. Так, сюда что ли? Нет, сюда не могу поставить. Да вы достали, ну ты посмотри, как они вжаривают, а. Тут вообще уже ребята пробили у нас все. Идут как к себе домой, ты посмотри. Просто как к себе домой. Окей, разбомбили мы их тут. А дальше-то что? А дальше мы с тобой сделаем вот так вот. Окей. Добрую, так сказать, долю зомбарей мы с тобой уничтожили. Давай, 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 бомби, бомби их там всех. Ну что же, смотри, 357 тысяч очков, ребята, мы с вами получили. И что он тут использовал, смотри. Гримрус, вот, кстати, вот он одноразовый, ребята. То есть он один раз забирает растение и все, и сам исчезает. Вот это минус у него. Но зато мы с тобой получили пиньяты. Так, давай. Пиньяточки. Так, сумеречная катапульта 10 штук. Ух ты, я могу их улучшить. Что-то я как-то не замечал этого. Лунный цветок. Окей. И гриб. Теневой гриб. Величать его. А я назвал его отравляющий. Ну, он же травит, по большому счету. Так что будем считать, что я правильно сказал.
Так что, значит, мы с тобой давай-ка прокачаем, наверное, нашу катапульту сумеречную. Где она? Покажите-ка мне ее. Какого она уровня? Так, где она? Вот она. Ну, друзья мои, третий уровень она получает. Окей. Отлично. Я доволен. Друзья мои, я очень доволен. И у нас еще сколько остается? Две перчатки. Две перчатки — это два боя. Есть шанс получить все награды. Я уже, кстати, на втором месте, если ты успел увидеть это дело. И поехали. Поехали. Блин, Маркадемию. Она же у нас тоже, по-моему, да? Из теневых идет. Она из теневых идет, ребятушки. Маркадемия. Так, а я же ее, по-моему, не получил. У меня не хватает там буквально... буквально чуть-чуть. А так было бы прикольно его еще сюда поставить. Вообще было бы тема. Ну что, let's rock. Блин, энергии, конечно, солнечные дают маловато. Ладно, ничего не поделаешь. Катапульты, катапульты, да. Мы будем с тобой делать катапульты. Сзади, после катапульт. Спереди мы будем ставить вот этих вот наших дружков. Пускай они... все. Да, к сожалению, закончилось. Окей. Что же вы так быстро-то появляетесь-то здесь, а? Справимся мы с ними, ну-ка. Ну, блин, нифига, ребята, не справились. Прикинь, первую катапульту они мне уничтожили. А, нет, не уничтожили, я все-таки успел. Че, активируем с тобой, да? Ну-ка, 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 сейчас попробуем. Обалдеть, там такой разлет идет. Грибочки, естественно, ребята, грибочки. Так, куда еще можно поставить? Сюда, наверное, да? Предположим, здесь она постоит. Блин, она не постояла. И, ребята, ее уничтожили, к сожалению. Да чтоб тебе, эти гарантюяхи валят, а? Уже, почему так быстро-то, а? Давай, 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 родные мои, отбиваемся как можем. Я знаю, что вам очень сложно, очень тяжело, но нам нужно, нужно здесь выиграть. Нам нужна здесь победа. Нам нужна с тобой здесь победа. Чего-то хочется поставить. Давай вот этого поставим сюда здесь. Ага. Слушай, а если я вот так прикинул сейчас, да? А если нам с тобой выставлять в два ряда? В два ряда катапульты. Я думаю, это будет тоже очень классно. Это будет очень мощно. Надо будет в следующий раз попробовать. Ну ты понял, да? Вместо вот этих вот мы поставим с тобой просто в два ряда катапульты. И мне кажется, от этого будет очень большой толк. Это будет даже эффективнее, мне кажется. Так, сколько у нас там еще? 12 секунд прождать. Мы проигрываем с тобой, ребят. Мы проигрываем, если вот так сделаем. Это мне ничего не дает ровным счетом. И я проиграл, блин, почти в сотню. Что у него тут, ребят? Третьего уровня, да? Фиг его знает. А почему нам дают вот это растение в обязательном порядке? Я не понял юмора, а? Слушай, а давай-ка я тоже попробую. Так, ну придется заплатить. Придется заплатить за свою, как говорится, ошибку. А зачем он, интересно, взялся мой, блин, вот это растение? Мне как-то сейчас это немножко напрягло. И непонятно для меня, но он его взял. То есть слабо будет только взрывные. Ну-ка посмотрим. Если я, например, возьму вместо вот этого гриба. Вместо этого гриба. Сейчас, секунду, подожди, дай соображу хорошенько. Вместо этого гриба. Ну, гримрус, ясно, я не буду брать. Это у нас теневое, да? Это все теневое, теневое, и это теневое. Блин, как же быть-то?
Катапульты. Не знаю, друзья. Неужели так придется ставить? Видишь, у него тут отравляющий. Но отравляющий это вот идет больше к этому все-таки. Ладно. Я попробую, ребят, как хотел. Сейчас в два ряда. Только единственное, что каким образом мне это сделать? Каким образом я должен сделать в два ряда, если... Если у нас с тобой, ну, наполовинку, что ли? Блин, так у меня не хватит, опять же. Не хватает. Твою ж налево. Попробуем, фиг с ним. Почему-то вот в этом, в этот раз у меня очень мало удобрений выпадало. Ты заметил, да? В этом бою очень мало удобрений. Так, попробуем активировать. Так. Я, ребят, хочу просто на одних катапультах сейчас отыграть. Я не знаю, получится ли у нас что-нибудь из этого. Не хватает энергии. Так, энергия солнечная есть. Так, а эти барышни идут, им пофиг, да, я так понимаю? Всех типа траванули. Всех мы с тобой травили. Давай еще сюда бросим. Так, и вот так вот сделаем. Ну, блин, вот эти вот идут. Эй, вот этих зомби. Ну, тут, конечно, трешово все получается. Согласись, смотри. Просто разносим всех налево и направо. Именно за счет сумеречных катапульт. Им как бы отдельный респект. Сейчас, ребята, еще не все потеряно. Еще мы не сдаемся. Опять мне не дают удобрения здесь. Вот, наконец-то что-то вылетело. Не туда, блин, влепил. Не туда, друзья мои, влепил я, блин, то удобрение. Совсем не туда. Серьезно говорю, совсем. Слушай, ты достал, а? Просто идет в наглую и все. Ну и что, и толку я его поставил, скажи мне. Вот этот вот. Он ничего не делает. Может быть, потому что я его поставил не там, где надо, не вовремя. Но здесь, слава богу, мы с тобой выиграли все-таки. Я уже смотрю по очкам, но все равно как-то кисленько. Слушай, ну катапульты намного больше наносят вреда, если честно, чем вот эти вот. Окей. Так, 6 конфеток получаем. Ну что, ребята, у нас с тобой, по-моему, одна перчатка остается, да? Или не остается перчаток? Сейчас мы посмотрим. Если одна перчатка есть, мы пойдем с тобой за последний. А, мы же проиграли один раз, точно, ребята. Один раз я проиграл, поэтому... Ну, пока на первом месте, пока. Ближайшие секунды меня обязательно скинут оттуда. Так, что у нас по... Так, это... Что, это выполнено, да? Забираем. Здесь тоже забираем. Ну, и здесь забираем. Окей. Так, что у нас по ивентам? Дай-ка я гляну. Нету, ребята, ивента именно на... Пиньяты. Так, что у нас тогда на огороде? Можно посмотреть? Все ли у меня там... Ага, забираем деньги. Это все я прихвачу. Так, здесь посадим. Польем. Так, это тоже заберем. Так, Жужу, иди сюда. Вот, полей мне ромашку. Вот так вот. И посмотрю сейчас, сколько нам не хватает именно до того, чтобы получить следующую награду. Сколько нам не хватает с тобой корон? Или кого там у нас? Что мы там, кубки, открываем короны, гербы. Друзья мои, нужно 100, да? А у нас 85. То есть еще 15 гербов вот этих. 15 гербов, это получается 3 победы.
Да, друзья мои, 3 победы, и у нас еще 30 маркадемий будет. А в общем количестве у меня накоплено уже вот этих вот орехов. Сейчас я тебе скажу. Где-то там, по-моему, 150 или 180. Сейчас глянем, посмотрим. Так, где у нас... Вот она, маркадемия, да? 176, ребята, а нужно 250. То есть еще, грубо говоря, нужно где-то 74, да, получается? Да, 74. То есть 30 мы еще успеем урвать с тобой. Блин, как всегда, чуть-чуть не хватит. Или же придется просто сидеть, просто играть в эту игру каждый день с утра до вечера, чтобы выиграть. Вот это что такое, я не могу понять. Ну, это понятно, что играю. И почему именно пчелы, ребята, здесь, а? Не, ну пчелы, конечно, я понимаю, друзья растений, да, потому что они опыляют. Но... кто будет счастливым? Что-то не пойму я ничего. Ладно, ребятушки, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!